Опорный вуз республики чествовал своих ученых. День российской науки отметили в торжественной обстановке. В мероприятии принял участие глава республики Бату Хасиков. В вузе преподают около 300 докторов и кандидатов наук. Ученые КФУ, побеждая в грантовых конкурсах, получили поддержку на сумму 42 миллиона рублей от Российского научного фонда и Фонда содействия развитию буддийскому образованию и исследованиям. Около полусотни студентов университета в минувшем году стали победителями и призерами международных и всероссийских олимпиад. Участников встретили выставкой научных достижений главного вуза Калмыкии. Также в рамках мероприятия прошло награждение профессорско-преподавательского состава. Где бы я ни находился, я всегда с гордостью говорю о нашем Калмыцком государственном университете, который на сегодняшний день приобретает более авторитетный облик, о котором действительно говорят на разных уровнях, к которому проявляют внимание, интерес и стремятся взаимодействовать. Но я хочу также подчеркнуть, что День науки в России – это праздник для всех ученых, потому что наверняка у нас в республике трудятся и функционируют ученые, которые, может быть, находятся не в рамках университета, может быть, они пока автономны, или, может быть, какие-то альтернативные есть содружества, и эти ученые, скажем, стараются внести вклад в развитие нашей страны. И для нас, для нашего многотысячного коллектива Калмыцкого государственного университета, те, кто сегодня обучает, кто сегодня воспитывает, кто сегодня занимается наукой, кто внедряет сегодня новые инновации, для нашего многотысячного коллектива Калмыцкого государственного университета, те результаты, те успехи, которые имеет университет, те задачи, которые мы ставим перед собой, они очень важны, поскольку мы решаем ряд задач. Задачи решаем локально – это обучение внутри университета и развитие университета. Локально – это муниципальный уровень, это региональный уровень, это федеральный уровень.